Ну, доброе утро! Сегодня совсем другой разговор. Вчера я сняла видео, потому что было спад энергии, как-то это решение принимать, оставить все и уехать в Калифорнию для меня было трудно. Я несколько дней не могла прийти в себя, потому что я уже привыкшая здесь, я ошиблась. Я здесь уже почти 14 лет в Нью-Йорке. Я очень люблю Нью-Йорк. Но время пришло делать перемены, принимать решения. И я это приняла. Вот я сказала в конце марта. Нет, в конце февраля, уже через пару дней мой сын прилетит. И мне где-то в начале марта я заканчиваю. Уже в субботу будет мой последний день, что я работаю в этом доме. Я сказала, потому что бабуля не умирает, я жду. И кто-то комментировал, что это очень жестко, бабуля умирает. Да, помимо того, что я работаю и ухаживаю с пожилыми людьми, я горжусь тем, что уход был замечательный. Она до сих пор живет. Никто не ожидал. Все родственники просто говорят, что я ангел-хранитель. Не только я, конечно, у меня есть еще коворкер, сотрудница, мы вместе как тим, группа, нет, команда работаем. Я, моя сотрудница и медбрат, который приходит из hospice care. А hospice care – это специальная служба, медицинская служба для умирающих. Вот. Я, конечно, вот мы создали такую группу, и она у нас живет в сознании, и все шокированы, что как это так можно, да, это можно. То есть еще не время, ее время не настало. Но она все, у всех планы изменила, конечно. Но так как уже время созрело для меня, я уже приняла решение, и все, я потихоньку готовлюсь. Готовлюсь к переменам. Это для меня, хотя я перемены очень люблю, честно говоря, но, как сказать, наверное, годы еще, знаете, всегда дают знать. Но ничего, выживем. Все равно я иду к детям, к внучке. И определимся на месте. Сейчас я пойду взять газету. У нас рано утром. Так, снег еще есть, остался, но не так сильно. О, где моя обувь? Сейчас. Вот видите, какой дом, прекрасный дом. Я здесь имела хорошее время. Я люблю, конечно, этот дом. Я здесь чувствовала как хозяйка. Так, ничего не буду одевать на себя. Вот так вот. Все, дверь не закроется, я думаю. Я пойду взять газету, потому что люблю читать. И я вам буду снимать еще. Вот. Вы увидите. Снег тает, конечно. Вот. Еще осталось кое-что. Газету возьму. Кофе сделано уже. Прочту свой гороскоп. Что говорит гороскоп? Я буду скучать все это. Буду. Но ничего. Ой, здесь есть. Это письма. А эти газеты. Все, больше ничего нет. Все, поехали домой. Поехали домой. Да, уже тает все. Я сегодня почувствовала, вот после вчерашнего, что очень много энергии у меня появилось опять. Наверное, дни тоже зависят, знаете, бывают же разные дни. Все действует на меня, на нас. Вот так вот. Все, я уже дома. Так что оставайтесь со мной. Видите, какая красота. Я много чего могу вас показать, но не сейчас, потом.
Сейчас закрою дверь. А это дверь на веранду. Закрываем. И все. Газета есть. Давайте посмотрим, что нам газета говорит сегодня. Я всегда люблю читать гороскоп. Это каждое утро они привозят. Вот видите, эта газета идет на Hudson Valley, долина Hudson, река. Вот эта газета, все новости, об этом можете знать. Вот, гороскоп, я Capricorn. Смотрите, что говорится. Search and you will find something you can use to your benefit. Ну, ищите, вы найдете что-то для своего выгоды, да? Whether in it has to do with money, health or an organization you want to do business with, you can come out on top if you use your resource wisely. Конечно. Конечно. Что вы делаете с деньгами и здоровьем и организацией, вы для вашего бизнеса или для вашего бизнеса, вы можете подняться наверх, только если используете wisely, очень мудро, да? Ваши ресурсы. Ну, это я знаю. Но когда вот я читаю что-то такое, не всегда как-то напутствие, да? Я люблю читать вот это Family Circus. Видите? You said to watch behind my ears. You didn't see anything about in front of them. Маме говорит и сказала, что помыть behind, за ушами. Но я же не вижу. Ну, смешные еще. Love is dining together at your special table in your favorite restaurant. То есть, это любовь, когда ты вместе ужинаешь в своем любимом ресторане с специальным за столом. Вот я переводила. Ой. Еще вот я люблю это показать. Смотрите, вот здесь вот это сделано, вышито очень старая вышивка, вышита гладью. Очень такая интересная. И называется Life is fragile, handle with prayer. То есть жизнь fragile, очень хрупкая. Имей дело с молитвой. То есть то, что ты делаешь в жизни, молись. Потому что жизнь очень хрупкая вещь. Мне это очень нравится. Очень нравится. Вообще-то в этом доме есть очень много... Вот смотрите, вот это тоже вышивка. Оно хотя... Стекло поломалось, наверное. Ну, сделано крестиком. Я бы не сказала, что профессионально это сделано, очень грубо сделано. Наверное, любительское дело, знаете. Вот это все обработано крестиком, видите? И здесь есть Bless this house, O Lord, we pray. То есть, благослови Бог этот дом, мы молимся. Make it safe by night and day. Сделай очень... Safe. Сохрани днем и ночью. Bless these walls, fires and start. Keeping want and trouble out. Bless the root and chimney tall. Let the peace lie over all. Ну, сохраните out of trouble, от беды подальше, крышу. Все, чтобы оно сохранилось, and чтобы peace была везде. Peace – это покой. Bless this door, that it may prove ever open to joy and love.
Очень прекрасные слова. Вот я, у меня английский не так уж, но вот bless this house. То есть благослови этот дом. Прекрасная работа. Вот видите, крестиком оно сделано. Даже есть французские узельки. Вот эти шарики, вот видите, они французские узельки. Вот здесь. Я тоже недавно увлеклась, знаете, крестиком. Я смотрю блогеров, и мне очень нравится вышивать. Я купила даже для себя комплект. Вот они все крестиком сделаны. Но старая, это почти очень старая работа. Ну, молодцы. Здесь увлекаются очень этим. Вот так вот. Я буду вспоминать это все. Все равно почти год я работала здесь. Мне всегда все нравилось. Вот пианино. Я же играю, ребята, на пианино тоже. Это не пианино, это электрический орган. Я играю на пианино, я попробовала здесь. Но то, что я делаю, это только такие крошки, что осталось в памяти моих палец. Я начинаю, допустим, вальс Грибоедова, да? Я начинаю... Старт хорошо, потом резко останавливается, потому что вот палец, что помнит, вот то и остается. Или форелиз играю, или армянские какие-то песни. Ну, половину нет. По слуху не надо такие вещи играть. Короче, вот так. Буду скучать. Вот этот висящий торшер мне очень нравится. Я хочу себе тоже такое. Оно очень старое. Вот этот мощь, очень мощная. И телевизор очень старый, антиквариат. Ну, стоит. Короче, вот так, ребята. Что хочу сказать. Не все сразу, но у меня настроение приподнято. Так, прилив очень энергии ко мне пришло. Вчера было совсем другое, сейчас совсем другое. Так что я, интересное ожидается впереди. Я сниму видео, мы на машине поедем. Я на своем машине хочу поменять мою машину и взять трейлер маленький сзади, прицеп, да. И мои вещи. А какие мои вещи? Они только... Это все рукодельные мои. То, что я имею. То, что я говорю, это я. Я возьму с собой. Оставайтесь со мной. Постараюсь снять каждый день новое видео. И дать отчет о моем путешествии от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Оставайтесь со мной. Бай-бай.